с этой стороны вставляются так вот. Вот, это все, конечно же, надо не потерять. Гаечки, ну, гаечки нелегко найти, в принципе. В общем, эта пластиковая штуковина прикрепляет между, она как бы стягивает болтами, вот так вот, к вот этому, вот, к вот этой части корпуса. Вот, подозреваю, мне сейчас надо будет, чтобы добраться туда, еще открутить вот эти болты, там два таких же. То есть еще вот эти две части разделяются. Вообще можно было бы этого не делать, я имею в виду не снимать вот эту часть. Но раз уж снял, чтобы теперь снять вот это с движочка, да, нужно отсоединить, потому что здесь у нас вот этот вот упрямительный мост, он